Ой. Фух. Фух. Так. Залю убраться. Угу. Сначала взять топор надо. Стоп. Мама с папой говорили, какой-то сосед. Там зуб. Чего надо? Малой. О, никого. Ну и слава богу. Да что ж такое-то? Чего надо? Здрасте. Здрасте. Я вам тут подарок подготовил. Спасибо. Пойду съем. Доброй ночи. Угу. Показалось. Пойду поем. Уже есть. Очень хочу. Ох, тортик мне дали. Тортик. Тортик, тортик. Ням-ням-ням. Странно, у него подвал заколочен, а? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, молочка, блин, это молочко негодное. Чтоб он не заметил, что что-то в туалет хочется. Окно. О, да. Фу. Так. Здрасте. А? Послушай. А, иди сюда, малой. Понаезжали новички. Угу. Вот козёл. Нет. Очень. И вино. Угу. Лягу, посплю, наверное. Что ли? А, вон. Смотрит. Ага. Надо выяснить, от чего этот ключ. Ну, особенно я сейчас заору на весь дом, чтобы он... Что было? Что это было? Что за фигня? Что это? Фух. Ой, что-то в туалет опять. О, господи, опять. О. Что это было? Ой-ой, он не услышал? Так, что за звуки? Вроде как окно выбили, пойду за дом схожу. Окно выбилось. Не знаю, наверное, само по себе. Пойду, что ли, в комнату. Поспать надо. Что это такое? Ключ открыта. Кто открыл? Отсюда говно попахивает. Пойду еще раз промою. Ой, шкаф открылся. Там никого нечаянно нету? А, никого. Ну ладно. Ох, ладно, хоть молоко негодное выпью, обожаю я его. Ой, оно быстро подействовало. Ой-ой-ой, туалет, быстрей. О. А нет, это не все. Фух. Теперь так. Все. В сундуке лежит лом. А зачем лом? Что это за звук? Там кто-то сверху ходит будто. Что за стекла? Так, надо на улицу. А, мелкий, а ну вон отсюда. Сосед, не трогай! Бесит меня. Бесстыжий. Ходит только. Так, я в чай подсыпал усыпляющее. Сейчас надо его соседу отдать. Сосед, стой! Что надо? Я вкусный чай с лимоном. Чай с лимоном. Спасибо. Да, с лимончиком. Хороший чай. Ой, что-то спать клонит. Ой, что за звуки? А!
иди сюда! Что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я его снимал вместе с Мэнстапом. Если хотите увидеть вторую серию, смотрите у него. И, кстати, подписывайтесь на наши каналы обязательно, ставьте лайки. Мы трудились, мы старались. У нас перед этим еще не работала сеть. Мы долго старались, поэтому, пожалуйста, поставьте нам лайк и подпишитесь на канал. Всем до свидания, всем пока.